Битые стекла, разломанные диваны, рваные покрышки. Кажется, что над дворами номер 3-1 на улице Березовой разорвали мусорный мешок. Фантики и пластиковые бутылки валяются вдоль домов, на пустырях и даже в небольшой березовой роще. А за домом номер 3, корпус 1, и вовсе образовалась настоящая свалка. Мусор кидают прямо во враг. А у нас это очень редко убирает. Сейчас дворников не хватает? Не хватает. Особенно там за дом зайдите, посмотреть, что там есть. Ну, тоже люди такие кидают все. Сообщение в социальных сетях говорит, что виновата управляющая компания. Дома обслуживает Теплостройинвест. Пишут, что это крик о помощи, что дворники не приходят. Однако при первом же знакомстве с местными жителями выясняется совсем другая картина. Порой детей посылают, они пакет несут и бросят. Я сколько раз вертала, говорю, ну-ка подними, родители сами не носят, а ребят посылают, они бросают, а из пакета все выбрасывается. В управляющей компании о проблемах двора знают, однако отмечают, что такое состояние дел – вина самих жильцов. Сегодня там дом один убирает, только я не знаю, 3-1 или 1-й. Просто там такие свиньи живут, что через день у них эти уборки не будет заметно. То есть, получается, докидывают мусор постоянно, да? По словам диспетчера, дворник приходит сюда ежедневно. Однако плоды его трудов действительно незаметны. Во враге сотни пластиковых бутылок. Видно, что горы мусора накопились не за один день. Так обычно у нас каждый год, но в том году у нас произвелся субботник, был генеральный, все, кусты подстригли, мусор вынесли, было очень удобно и красиво. С детьми приятно гулять, с колясками, как видите, с собачками. Двор довольно-таки населен, детские площадки есть, но приятно на природе. Субботник на улице Березовой еще не проводили, а с огромными запасами мусора в штатном режиме не справятся. По словам диспетчера, большая уборка будет, но точную дату пока назвать не могут. Местных жителей они оповещать не планируют. Проведут своими силами. Кто пойдет, все такие-то лодыри. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».